Сирень, черемуха, тюльпаны. Выставка Людмилы Патиной превратила зал художественной галереи в цветущий сад. А полотна Максима и Ксении Придановых отражают настоящую весну. Пеструю, солнечную, теплую. Именно эти выставки вдохновили организаторов на создание квеста для школьников в лабиринтах искусства. В квесте основным составляющим звеном становится задание, которое ребята выполняют для того, чтобы не просто познакомиться, пройти с экскурсией по выставке, а в этих заданиях заложены, скрыты, засекречены те картины, которые есть здесь в галерее. На весенних каникулах ребята также смогут попробовать себя в необычной технике графического искусства линогравюре. Здесь изображение вырезают на линолеуме, затем покрывают краской и переносят на бумагу. А младших школьников по утрам будут ждать тематические занятия, где они смогут узнать, что такое игрушки-тарарушки и чудо-карандаш. В 10 часов занятия, в 12 часов творческие мастерские, которые тоже одно название лучше другого, и волгизаливистая песня, ручейки, кораблики будем делать, разные цветочные композиции. Будет интересно и мальчикам, и девочкам. Каникулы в художественной галерее пройдут с 24 по 31 марта. Занятия проходят по предварительной записи. Полную программу мероприятий можно найти на странице художественной галереи ВКонтакте.